І сьогодні, друзі, увесь світ визначає День віолончелі. Дату цього музичного свята обрали не просто так, адже саме в цей день, 29 грудня, народився видатний каталонський віолончеліст і композитор Пабло Казальса. І про сам інструмент пару слів, адже віолончель має широкі можливості і неперевершену техніку звучання. Її можна використовувати як сольний інструмент, і водночас вона є обов'язковою учасницею симфонічного оркестру. Вважається, що її присутність необхідна, коли потрібно підкреслити трагічність або ж ліричність моменту. І прямо зараз з нами, друзі, в нашій компанії Антон Степаненко, віолончеліст. Вітаємо вас в нашому ефірі. Здравствуйте. Антон. С наступающими вас праздниками. И вас. И вас, спасибо. Больше работы перед цветами. Да, всегда, вы знаете, декабрь это довольно прибыльный месяц для всех музыкантов, особенно для шоу-бизнеса. А какие музыканты, ну так коротко мы уже начали, а какие музыканты, вот, вы начали академичный инструмент такой? Ну, вы знаете, мне кажется, это больше стереотипы. Да, конечно, каждый музыкант, когда он учится на любом струнном инструменте, струнный инструмент это виолончель, альт, скрипка, как мы знаем, он заканчивает, ну, помимо музыкальной школы, это самое элементарное училище, где, ну, вот я заканчивал училище Ирина Глира, где впоследствии потом работал. Конечно, обязательно нужна консерватория, ну, я вот и заканчивал еще аспирантуру. И, конечно, там не учат эстрадной музыки. Ну, в принципе, этого нету нигде в мире. И потом уже с опытом каждый музыкант приобретает, значит, непосредственно опыт на эстрадной сцене. Ні, ну просто я знаю так, якщо буквально коротко зачепився за цю тему, а, наприклад, там, умовно кажучи, в шоу-бізнесі, так, те, що корпоративне і так далі, то найбільше там саксофоніст, наскільки я знаю, найчастіше замовляють, дуже часто саксофоністів замовляють. А ви знаєте, я вам скажу, що мені дуже часто навіть жалуються і заказчики, і багато зрителі, що... Какой класс, сегодня наконец-то виолончель. Опять одно и то же. Посмотри, там старые какие-то фильмы 80-х или 75-го года, там еще советские. То есть, и вы знаете, это уже очень большой плюс, то, что у нас в стране есть тенденция к чему-то профессиональному. То, что нет, так вот мы пригласим, главное, чтобы было дешевле, вот любой музыкант, он будет сидеть там что-то играть. Я думаю, тут справа в том, что просто все справляют виолончель, как действительно, как бы, инструмент такой для оркестра, для академичного выполнения, для каких-то пьес, симфонії і опер, а сприймати його саме як естрадний інструмент, який міг би виконати щось сучасне, щось адаптоване під якесь сучасне, ну, насправді важко. Я, звичайно, розумію, оскільки є в нас тут ви, і є інструмент, то за Чеховим ви точно маєте зіграти, але все ж таки поки що поговоримо. То як руйнувати ці стереотипи? Ну, діло в тому, що зараз огромне кількість дуже знаменитих людей. Давайте візьмемо, допустим, Степан Хаузер. Ми візьмемо такі знамениті групи, як Тучелос. Ну, не говоря о том, что, я думаю, полностью этот стереотип поломали еще группа «Апокалиптика», которая, между прочим, появилась где-то то ли в конце 80-х, то ли в начале 90-х, точно не скажу. Так, мне надо звучание виолончели зовсім меньше смак. И вот я вам скажу, что я около 2 лет я работал в Европе, я работал в Америке, и вы знаете, там эти стереотипы уже очень давно рухнули, я бы даже вам сказал, где-то в конце прошлого века. Ага. А в скольки роки вы начали заниматься виолончелью? Вот самым виолончелью. Значит, на струнном инструменте всегда музыкант может заниматься, начиная с самого раннего детства. Ну, это 5-6 лет. Дело в том, что здесь, понимаете, очень важна мышечная память. Если, вот есть музыканты, струнники, которые пытаются начать заниматься свою школу в 7-8 лет, и вы знаете, они уже не становятся профессиональными музыкантами. Не в пример, допустим, гитара. Гитарой может человек или вокалом заняться в любом возрасте. Вот что касается вокала, я тоже стараюсь развиваться. И вот, допустим, год назад я решил подключить еще и пение. Хожу, естественно, к очень хорошему педагогу. И вот уже выступаю на разных площадках, как больших, так и маленьких. Уже не только как виолончелист, а как и вокалист. Я стараюсь, понимаете, сделать всегда синтез жанра, чтобы это было не только виолончель. Ведь наша задача каждого артиста, каждого музыканта, чтобы зрителю было интересно. Понимаете? А зритель хочет разнообразия. И поэтому сыграл на виолончели, спел какие-то произведения, не обязательно классические, это могут быть эстрадные композиции. Сделал, допустим, тандем, какую-то часть композиции спел, а какую-то часть сыграл. Или, допустим, саккомпанировал на виолончели по свой вокал. Добре, вы кажете, что можно виолончели займатися там з 5-6 років. Я зараз просто... Нужна, да, нужна. Ну, окей, треба. Я зараз просто уявив, якби хлопчика там, ну, або дівчинку 5-6 років, і розумію, що інструмент більший, ніж дитина. А вот здесь як от з ним впоратись, насправді? Ви кажете про мишечну пам'ять, м'язову пам'ять, так, але, ну, дитина, яка реально менше, ніж інструмент, як вона може все це запам'ятати і, головне, оволодіти технікою? Значит, вот инструмент, на котором я играю, это называется целый, 4/4.
чем младше человек, да, чем больше ребенок, младше ребенок, существуют восьмушки. Это маленькие, скажем, это ну, очень большие скрипки. А ребенок подрастает, ему покупают, допустим, целую виолончель, или там вначале идет 3/8. И вот по возрасту подрастания человека также меняется и размер инструмента. Так а чому саме віолончелю? Це був ваш перший інструмент, чи як з іншого ви починали? Ну, ви знаєте, в даному случае віолончель – це или перший, или никакого, тому що в 5-6 років, естественно, ребенок не може зробити сознательного вибору. Ну, скрипку вам не давали в руки? Нет, нет. Ну, как, конечно, я держал в своей жизни этот инструмент, батьки, но это разность. Это же батьки вам надали возможность заниматься музыкой, правильно? Да. Мама у меня Ольга Степановна, она профессиональный педагог, вот, преподает в 32-й музыкальной школе. И вас... конечно, у нас музыкальная семья. Отец, допустим, он пишет книги по компьютерной технике. Кстати, что самое интересное, около 15 лет назад его книга вошла в книгу лучших книгописателей во всем мире, в десяточку. А то, что касается с 5-6 лет, ну, конечно, это идет через нервы, это идет через слезы. Вот у меня сейчас двое детей. И вот, конечно, занимается моя супруга с ними. И это все происходит через слезы, через нервы. Это все, конечно, немножечко через «не хочу, но надо». А як зрозуміти батькам, що не потрібно дітей силувати заняттями музики? От батьки часто хочуть все, моя дитина хай займається на фортепіано. От, наприклад, у мене згори наді мною живуть сусіди, і по вихідних о 10 ранку починаються екзерциси. І я відчуваю, що там вже два роки... Я вас поздравляю, вам повезло з сусідами. Так, два роки вже я розумію, що там прогресу немає, мені здається, пора вже якось закривати цю лавочку. А здесь є два фактора. От як батькам зрозуміти, що досить? Вже дитина, от ви нема хисту. А у вас іменно діти займаються, так? Ну там чутно, що на фортепіано, так? Що? На фортепіано. Так. Вы понимаете, ну, дети, это понятно, но если, допустим, занимается взрослый человек, тот вид, с которой профессиональный музыкант показывает свою программу на профессиональной сцене, она очень отличается от того в домашних условиях. Дома это, скажем так, лабораторная работа. Когда что-то может не получаться, но если не получается, значит, нужно больше заниматься. А как родители... Вы знаете, для того, чтобы стать профессиональным музыкантом, нужно пройти огромное количество преград и сломать огромное количество стен. Поступление в музыкальное училище, там огромный конкурс. Вот, допустим, у пианистов, можете представить, ну, я сейчас, допустим, забегая вперед, скажу про консерваторию, может быть 200 человек на одно место. 200 человек, а место только одно. И поэтому, переходя через все вот эти преграды, через все вот эти вот как бы жизненные испытания, конечно, музыкантом человек или становится, или не становится. А если, к примеру, человек не поступает в училище, ну, возможно, ему стоит перейти в другую сферу. Возможно, кстати, может быть, не удастся музыкантам, но будет хорошим ведущим. Я пропоную перейти якраз до музичної сфери, від сфери розмовної до сфери музичної. Що ви нам сьогодні, яким твором ви нас сьогодні талановито здивуєте? А ось тут я би хотів... Ну, це я так, знаєте, на рівні просто замовлення, можливо, щось різдвяне, як варіант. Ну, сучасно. Вам зіграти Джингл Беллс? Якщо ми можемо, шановні дівчата, ми можемо таку кавер грати, так? От, як, не знаю, що ви планували у нас грати? Я планировал вам сказать, что у меня огромный репертуар, у меня более 6 часов музыки в чистом виде, а учитывая, что каждая композиция идет буквально 3,5 минуты, можете представить это количество. Ну, все, конечно, исполняется на память, ну, просто это лучше способствует восприятию зрителя музыканта. Поэтому я хотел бы у вас узнать... Хочется еще спизнаванное. Пізнаване, да? А тоді я вам пропоную зіграти композицію, яку, мабуть, знає кожен. А почекайте, ви, може, і не озвучуєте, а ми зараз спробуємо вгадати. Хорошо, гадай мелодію. Гадай мелодію з трьох нот. Так, отже, друзі, ми вгадаємо цю мелодію з трьох нот. А ну давайте, до речі, знаєте, як реально вгадаємо мелодію? З трьох нот, а давайте, ну, кажучи, зі скількох там нот, щоб ми зараз з Тарасом вгадаємо і понесли. Хороша ідея. Ну давайте спробуємо. От там скількох, я не знаю, зі скількох ось... Слухай, ну, от насправді, Антон, виглядає це завжди красиво. От, неважливо. Так, давайте грати. А у мене, кстати, є ще вдома електровіолончель. Настояща чорна Ямаха. Так, да. Хорошо, ну, поскольку вас двоє, со скольки нот угадає кожен з вас? Ну, з восьми нехай буде. З восьми? Ні, ну, слушайте, це слишком круто, обычно там начинає. Ну, хорошо, а ви? Ну, та, сподіваюсь, з шести, наприклад. Хорошо. Ш
зараз. Ще раз повторіть. Я, здається, таке щось знайоме. Я, здається, пізно. Це, я знаю, що це. Господи, прости. Це американці, точніше, британські. Ні, це не американці, це італійці. Давайте потягнемо трішки цю інтригу, наскільки я розумію. Ну, добре, давайте. Нам кажуть, а давайте, може бути, тоді другу композицію. А це не Деспасіто було? Да. Це Деспасіто, кажу, що Італія. Я вгадав, я вгадав. Поняв? Красавчик. Деспасіто. Деспасіто. Деспасібо. А, кстати, вот как переводится деспасіто? Деспасібо. Давайте, от якраз таки це, на це питання ми дамо відповідь буквально після короткої паузи, а після чого продовжимо на сьогодні такий музичний ньюзрум.